Британец после визита к стоматологу 10 лет живет в дне сурка. Казалось бы, операция была проста. Британцу сделали анестезию и удалили нерв в зубе, после чего все и началось. Мужчина потерял способность формировать новые воспоминания. Именно поэтому он не может запомнить новые вещи больше, чем на 1,5 часа, и каждый день просыпается с уверенностью, что именно сегодня ему предстоит лечить зубы, как и в тот день, 10 лет назад. Ученые развивают руками, не зная, в чем дело. Наука в этом вопросе бессильна. Пишите в комментариях, на какую тему вы хотите смотреть новые ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и следите за новостями. Всем пока!